как бы вы там не хотели своего ребенка воспитать чемпиона, если он этого не хочет, если он не готов к этому морально, он никогда и не реализуется как спортсмен. Когда ты приходишь примерно к этапу коричневого пояса, черного, ты уже начинаешь немножко пересматривать джиу-джитсу и начинаешь понимать, что с одной стороны ты вроде бы знаешь немало, но с другой стороны тебе нужно прям видеть основы. То есть, по сути, тебе надо джиу-джитсу изучать заново, как бы как азбуку. Смотрите курсы Рафа и других спортсменов. На BJ Freaks. Art of Jiu-Jitsu. На BJ School Online у меня пожизненный премиум, и я об этом ни секунды не пожалел. Я не знаю, кто сейчас президент. Ребят, это вообще пушка будет.
Всем привет! Это снова выпуск Fix My Geo, и сегодня мы находимся на очередном BG Freaks кемпе летнем. И пользуясь случаем, так как нам в гости зашел Володь Пивоваров, мы записали фикс именно с ним. Не забываем про нашего партнера, это Geo Sale, ги и рашгарты премиального качества по низкой цене. Привет, Володь. Здорово. Большое спасибо, что согласился снять с нами выпуск и пофиксить мою джиу. Вот только что мы отборолись. Для тех, кто не знает, Владимир Пивоваров, коричневый пояс от Сергея Глушок. Склоняется или нет? Можно просто Глушок Сергея. От Глушок Сергея. Из Федерации спортивных единоборств, город Красногорск. Вот. Сегодня у нас андеграундная джиу-джитсу. Суровая подмосковная джиу-джитсу. Только что мы с тобой, Володь, поборолись. Что можешь сказать по поводу нашего роллинга? Какие там плюсы, минусы, ошибки, серьезные ошибки, кардинальные, которые нужно исправлять в моей борьбе? Слушай, на самом деле ты мне сам чуть не раздал. Поэтому, я думаю, можно выпускать уже выпуск с Назаром непосредственно. Fix My Geo с Назаром. Звезд белых поясов, чтобы я катал. Почему бы и нет? Пояса, на самом деле, это очень такая специфическая тема. Да. Ну, все равно, я думаю, у тебя есть что сказать, учитывая твой тренерский опыт. Я знаю, ты тренируешь детей, немножко взрослых, сам был у тебя на тренировке и только что был на семинаре. Ты отличный методист, как мне кажется. Может, разберешь все-таки пару моментов в моей борьбе? На самом деле интересно было повозиться, потому что мы с тобой уже работали ранее, и когда ты понимаешь, что как ты работаешь ги, как ты работаешь без кимоно, есть определенная разница, но по сравнению с тем, как мы с тобой там год назад боролись, конечно, чувствуется прогресс очень серьезный. Что надо понимать? Первое вообще, с чего начинается борьба, это захват. И вот в этом аспекте я сразу увидел, что есть у тебя, ну не то чтобы проблема, просто ты вот цепился захват, да, или один раз его сорвал, и на этом ты как бы бросаешь борьбу. А суть в том, что если ты посмотришь, как борются, например, элитные дзюдоисты или просто ребята хорошие на самбо, дзюдо, в стойке вообще захват — это ключевое. То есть все умеют бросать, но вот 80% борьбы — это именно работа за захват. И почему-то многие в джиу-джитсу это игнорируют, к сожалению. Я помню, что вот с этим я столкнулся впервые, когда поборолся с Полиной Крупской на дне борьбы. Это было очень давно, я еще там синим поясом был. И я до этого знал, что там, если не ошибаюсь, ЗМС или МСМК по самбо. И вот она, девочка, там была 48 килограмм, по-моему, что-то такое. И мы с ней встали в спарринг. И вот настолько вот это вот умение работать за захват, то есть, несмотря на то, что там тяжелее было на 15 килограмм, оно перекрывало все мои преимущества в весе. И вот на этом моменте очень важно, чтобы навязать свою борьбу, тебе обязательно нужно бороться за захват. Потому что если ты этого делать не будешь, соперник будет забирать захват свой и уже навязывать тебе свою борьбу. Может, покажешь тогда пару, может, наработок, которые можно там внедрить в свой тренировочный процесс, там, как надриливать, какая работа с захватом? Есть много вообще вариантов, но самое простое, что ты можешь делать, неважно, стойки или партер, если вот ты берешь, мы можем это с колен сделать, ты должен себя приучать к тому, что если ты берешь отворот, самая базовая вещь, которую мы всегда тренируем, это либо срыв за захват рукава, то есть ты максимально здесь натягиваешь рукав и делаешь срыв от себя, а спиной двигаешься назад. То есть это резкое рывковое движение. И вариант, который мы всегда использовали еще когда давным-давно по самбо тренировались, это вот мягкой части вот этой подушечки наложить вот сюда, а вторую ручку наложить на костяшки. И создать эффект клещей. Как только у тебя разжимается рука, я таким же образом выполняю срыв. И то же самое с ногами. То есть, если соперник проходит твой гард, триад или еще какие-то варианты, неважно, ты можешь взять здесь за край штанов, да, или ты можешь взять за штанину непосредственно, вот в районе колена, ты выполняешь срывы, да, вот здесь ты натянул, я спайдер обычно не играю, но для натяжения можно это использовать. И таким же образом выполняешь срыв ножку от себя, а ручку на себя. Вот, все. Здесь уже дальше ты то же самое, что здесь захват сорвался, то есть ты держишь крепко, оп, и пошел уже там долари, крутишь хабгард, все, что тебе нравится. Это база, если ты это наработаешь, даже просто перед тренировкой будешь делать, у тебя этот навык отложится. Но это работа больше по срыву захвата, именно чтобы навязывать свои захваты, и, ну, как бы, может, есть какие-то крепкие захваты, которые так просто не сорвать, или... Смотря, конечно, в каком стиле ты борешься, потому что, когда ты работаешь плотом, да, например, ты проходишь оверандер, дабландер, еще какие-то варианты там, то есть здесь больше захват идет не за счет твоих пальцев, а за счет корпуса и рук, то есть ты соединяешь их вместе. А если ты борешься... варианты, да, с контролем штанов, триада, лэг-дрэг, то здесь, конечно, просто нужно хороший цепкий захват использовать. То есть захват не должен быть сильным, ты не должен тратить энергию на то, чтобы сжимать. Ты контролируешь соперника тремя пальцами, четвертый здесь страхует, и ты уже, как бы, самое главное, чтобы захват был цепким. И, в принципе, тут больше зависит от того,
как ты навязываешь свою борьбу. То есть суть не в крепости захвата, суть в том, чтобы избавиться от захвата соперника и самому зайти в свою борьбу. Да. Во время борьбы в партере. Во время борьбы, да, я заметил, что ты отдаешь спину, и при том, что я сам не сказать, что я бэктейкер, но получается, что часто возникают такие моменты, когда ты поворачиваешься к сопернику спиной. Нужно стремиться, вот то, о чем мы с тобой с утра говорили на семинаре, да, что самый базовый принцип, если ты хочешь побеждать в большем количестве схваток, а спина это лучшее положение в борьбе, лучше, чем маунт. В этом плане даже и DCC, мне кажется, более правильно считают баллы, поскольку, если я не ошибаюсь, за маунтом дают 3 балла, а за бэк-маунт как раз, неважно, там, треугольник закрыт или крючки, 4. Потому что из маунта много вариантов, как выбраться. А вот из бэк-маунта, если он хорошо забран соперником, значительно сложнее. И вот ты должен стремиться к тому, чтобы самому зайти за спину сопернику и как минимум для того, чтобы выжить, постараться не отдавать свою спину. И в принципе в таких ситуациях, если ты чувствуешь, что ты постоянно разворачиваешься спиной, тебе нужно нарабатывать базовые позиции. Это как раз-таки выходы из черепахи, то есть умение восстанавливать гард из черепахи. Потому что если ты проходишь и уходишь в черепаху, с большой вероятностью у тебя заберут спину, если ты не умеешь оттуда разворачиваться. Поэтому базовые варианты выходов из черепахи, какими-нибудь накатами на плечи, вот эти вот движения петли все, да? Можешь показать. Да, вот самые простые вещи. Вот это. Хороший вариант, мне нравится. Его используют в вольной борьбе, ребята. Давай мы с тобой... Заберешь, чуть подымемся, заберешь мне вот здесь вот пояс, да, если тебе уже здесь вышли в черепаху и законтролировали твой пояс, у тебя есть вариант уйти в Grand Roll. Опа, рядышком положим. В Grand Roll. Я сам пока над этой позицией работаю, но это очень хорошая штука, и в принципе она часто прокатывает. Если ты в этом положении оказался, ты уходишь на плечи и как бы делаешь такой сильный импульсивный кувырочек по плечам. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. И дальше ты уже можешь либо проходить в ноги, либо продергивать, восстанавливать позицию. То есть в ноги особенно это очень актуально. То есть, Володь, нужно сделать кувырок через плечо, которое ближе к сопернику. Да, ты уходишь по плечам. Сопернику. И делаешь как перекат. Или как кувырок больше. Здесь как бы получается такое совмещение, потому что кувырок чем отличается от переката? Кувырок это больше неконтролируемое действие, то есть ты куда кувыркнулся, туда и пошел. Здесь ты четко знаешь, что ты перекатываешься по плечам, ты можешь контролировать это движение, но это нельзя делать медленно. Это должно быть именно в взрывном формате, чтобы ты избавился от хорошего крепкого захвата. Бодилок такой? Да, бодилок, потому что это самая распространенная позиция после того, как тебе вышли за спину, но еще не успели перейти к ремню безопасности. И ты уходишь на плечо и перекатываешься, вот оно ближнее ко мне плечо здесь. И я перекатываюсь вот таким вот образом, то есть максимально. Если твоя рука здесь остается, я могу сам пойти за спину и уже отсюда грузить тебя. Очень важно, чтобы ты именно отключал руку, отключал таз и постоянно грузил соперника. Тут зависит, наверное, от того, загнали тебя в черепаху со стойки или же загнали в черепаху с гарда. Ну, то есть, типа, если я кувыркнусь, я до этого был в стойке, я, по сути, же проиграю, наверное. Ну да, но в целом тут именно момент, что когда тебе проходит гард, например, да, в сайт-контроле, то есть давай я покажу момент этот, тебе проходит гард, самый распространенный моменты по бэктейкам, это когда ты начал здесь обходить соперника, и вот-вот уже, короче, в сайт-контроль проходишь, и соперник начинает уходить черепаху здесь. Если ты не успеваешь взять захват за вот здесь, да, где-нибудь ремень безопасности подготовить, то отсюда ты, скорее всего, окажешься вот в этой позиции. Ты будешь контролировать таз оппонента. И он уже, ну, ты в данном случае, и выполняешь кувырочек на плечах, да, и либо уходишь, да, вот ты сейчас очень далеко укатился, либо ты сразу как бы выполнил кувырок, на меня развернулся, либо сел, либо начал работать уже непосредственно с колен, потому что это тоже часть борьбы, и борьба, на самом деле, с колен, она очень сильно недооценена. Потому что, по сути, все эти действия, которые мы проводим в стойке, ну, если кто-то борется в стойке, их можно выполнять и на коленях. Дети там в греко-римской, в вольной борьбе, все скручивающие броски, все работы с корпусом, они начинают ее с колен. Володь, ты несколько раз выполнил свип из дип-хафгарда. Мог бы ты поподробнее показать, рассказать про этот свип? Да, никаких проблем. Работа идет из самого глубокого гарда в джиу-джитсу, из положения дипа. Когда мы рассматривали с тобой его без кимоно, я рассказывал, что мы контролируем вот здесь. Но в ги у нас больше возможностей точек для контроля, поэтому мы берем здесь за пояс, а эту руку всегда, чтобы избавиться от кимуры, избавиться от того, что он ее будет атаковать 100% рычага, обшагивания, мы раскачиваем чуть тазом и заправляем ручку вот сюда. Здесь, когда я выполняю сып, я могу сделать следующее. Я могу взять тебя за рукав, да, вот здесь, если я успею уцепиться. Если у меня такой возможности нету, я могу изначально открыть здесь лапел, передать его сверху здесь и спрятать под руку. Вот таким вот образом. Здесь
и здесь. Здесь я отключаю тебе осанку за счет лапелла, здесь я контролирую твой таз, и все, что мне остается, это сделать взрывное движение мостиком по направлению плеча. Я толкаюсь и переворачиваю. Дальше любые варианты прохода, какие тебе больше нравятся. Чаще всего здесь идет дабл-андер, да, или овер-андер. Угу. Но в целом это очень эффективный свип. Его в свое время выполнял Бернардо Фари, так он называется, Фари свип. Некоторые думают, что это свип Деди Фари, но нет, это свип Бернардо Фари. Вот, и он свиповал лучших в мире. Воу. Закрутились. Раз. Раз. Два. Три. Чуть подраскачал, почувствовал здесь момент контроля, и дальше я открываю, но важно, мы мастим не назад, потому что сегодня ребята пытались смастить как борцовским мостом, не надо, на плечике. На самом деле, Володь сегодня провел прекрасный семинар по позиции Deep Half Guard. Он показал этот свип и многие другие. Смотрите скоро видеоверсию на BSG School онлайн. Володь, я вот был у вас в зале, у вас очень многие играют Half Guard, Deep Half Guard. И так как ты тоже много с такими ребятами борешься, ну, возможно, у тебя есть какие-то наработки. Я вот просто лично хочу научиться сам бороться лучше против Deep Half Guard. Вот, может, какие-то базовые защиты, может, не базовые, какие-то наработки, поделишься со мной? Давай, забирай Deep. Окей. Здесь мы находимся в Deep Half Guard, и надо понимать, что эта позиция, во-первых, переходная, то есть, по сути, она нужна нам для того, чтобы мы улучшили наше положение, либо сделали свип какой-то, либо вышли за спину, еще какие-то варианты, да. К чему мне здесь надо стремиться, как верхнему? Первое, самое основное, я охочусь за этой рукой. То есть, если я найду возможность забрать твою руку вот здесь, у меня сразу открывается доступ к кимуре, да, то есть вырывать отсюда руку. У меня есть возможность там кисть атаковать, еще вариант. Ну, как бы, самое основное, это искать вот эту руку. Это первое. И как раз-таки, отталкиваясь от этого, ты должен научиться здесь, если ты нижний, постоянно прятать эту руку. То есть у вас идет борьба за андерхук здесь. В хавгарде, неважно, это глубокий хавгард или просто хавгард, ты не имеешь права отдавать андерхук, ты должен за ним постоянно охотиться. Это первое. И второе, это твоя голова. То есть если я понимаю, что человек хорошо играет дип, первое, что я буду делать, это брать свою ладошку, упираться ему в лицо, разворачивая голову. Это неприятно, но я уже к этому привык, поэтому меня это не особо пугает. То есть ты упираешь его голову в пол, и дальше ты стремишься к тому, чтобы обойти его голову здесь. То есть как только ты ее обошел и оказался, например, в реверс-хавгарде, у тебя уже открывается больше возможностей для того, чтобы проходить. Эта позиция для хорошего игрока, кто находится снизу, все равно еще атакующая, но тем не менее у меня здесь больше возможностей. Я могу опираться, я могу счищать, я могу при желании попытаться отсюда даже за спину выйти, да, каким-то образом. Или просто перейти в квартергард. То есть вариантов достаточно большое количество. Но как новичок для защиты ты стремишься к первым, первое к андерхуку, и второе это отжимать голову постоянно и обшагивать ее. На что тебе следует обратить внимание вообще в целом при проходе гарда, если ты внимательно смотрел, я стараюсь проходить гард на разные стороны. Где-то год назад я боролся на всероссийском турнире, и я столкнулся с тем, что, несмотря на то, что для своей весовой, ну, у меня достаточно, как бы, мне хватает сил, но я в какой-то момент начал буксовать, то есть огромное количество сил тратить на проход в одну сторону. И для того, чтобы у тебя успешно получалось проходить гард, тебе нужно соблюдать несколько принципов. И один из этих принципов – это проход в разные стороны, то есть тебе нужно уметь перестроиться с одной стороны на другую. Если я прохожу гард здесь, например, я правша, я прохожу гард в сторону левой руки. Если я буду постоянно пытаться тебя пройти здесь, ты будешь меня фреймить, я буду тратить большое количество сил. И это не очень хорошо. Поэтому тебе нужно уметь перестраиваться. Иногда бывает такое, что у тебя, например, проход гарда на эту сторону один, а здесь другой. Передвижения могут быть разные. Я вообще рекомендую в этом плане посмотреть Рафа Мендеса, он очень интересно проходит на ногах. Но в целом ты раскачиваешь. То есть ты, например, ходишь вот сюда, убрал ножки, ушел сюда. Соперник здесь создает рамки, да? Ты подбил тазом,
сложил здесь. Если ты чувствуешь, например, что начал проходить в эту сторону, а соперник выставляет ножку, это у нас было с тобой в этот момент в борьбе, я это понимаю, я чувствую, что здесь идет нога, и ты уже выставил, я ничего не смогу сделать. Я могу нырнуть в другую сторону. То есть, чем больше ты меняешь стороны при проходе гарда, тем проще тебе этот гард будет пройти. На это обязательно надо обратить внимание. И отсюда же вытекает умение комбинировать техники. Если ты комбинируешь разные проходы, хотя бы 2-3 связки, да, мы говорили об этом ранее, что чем выше у тебя уровень, как у спортсмена, тем больше у тебя должно быть связок на разные ситуации, тем проще тебе будет проходить гард. Потому что одним приемом, к сожалению, уже на более-менее серьезном уровне не получится проходить. Даже двумя. Да, согласен с тобой. Чувствую это. Но в свое оправдание хочу сказать, что мой тренер тоже все время мы меняем стороны, право-лево. Вот. Также я сам стараюсь РАФ смотреть и все такое. Смотрите курсы РАФа и других спортсменов. На BG Freaks. Art of Jiu-Jitsu. На BG School Online у меня пожизненный премиум. И я об этом ни секунды не пожалел. Володь, ты сказал, что борьба с колен недооценена в целом. В моем понимании борьба с колен – это вот ты пришел в ММА-зал, и вы там вместо того, чтобы бороться нормально со стойки… Как мужчины. Да, вот, вам дают задание вот это – бороться с колен, и вот бодаются на коленях стоя. Вот. Ты сказал же, что наоборот, эта борьба очень важна, недооценена. Можешь немножко, ну, объяснить? Возможно, я не так это себе представляю, наши зрители, может, не так это себе представляют. Смотри, я немножко издалека начну. Когда ты приходишь примерно к этапу коричневого пояса, черного, ты уже начинаешь немножко пересматривать джиу-джитсу. И начинаешь понимать, что с одной стороны ты вроде бы знаешь немало, но с другой стороны тебе нужно прям видеть основы. То есть, по сути, тебе надо джиу-джитсу изучать заново, как бы как азбуку, для того, чтобы полноценно создавать какую-то большую, да, там, картину или текст, условно назовем это так. И борьба с колен, я подразумеваю под этим не борьбу в классическом понимании, как взяли ручку, вытянули шею и скрутили. Да, принцип скручивания это можно научить. Но надо понимать, что у нас в целом борьба там даже в стойке, особенно в современном джиу-джитсу, в ноу-ги, она строится вокруг нескольких позиций. Первая позиция – это фронтальный хедлок, то есть когда я твою шею контролирую, да, вот здесь. Вторая позиция – это позиция черепахи здесь. И третья позиция – это позиция догфайт, когда мы контролируем соперника за ногу вот здесь. И у нас возникает такая классическая ситуация – оверхук, андерхук. Да? И кто кого в этой ситуации переиграет, тот, скорее всего, и выиграет в целом позиционку. И при этом, если ты посмотришь поединки с прошедшего ADC, вот еще в том 2022 году, например, боролся Кейд Ротла, я не помню, как второго спортсмена зовут, Пиджи Брант или как-то так. Барт. Да, вот он высокого уровня очень вольник, но тем не менее Ротла его переиграл как раз-таки вот на том же дукфайте. Борьба с колен, в моем понимании, это вот работа именно из этих позиций. И в целом, благодаря борьбе с колен, ты можешь работать как со ступнями соперника, с его коленями, с его корпусом, научиться сдергивать, забегать за спину. То есть это основное, чему ты, в принципе, приучаешься. И изначально ты таким образом, когда ты работаешь на коленочках, ты учишься защищаться от плохих позиций. То есть выходить, например, из фронтального хедлока, уходить из положения черепахи, работать в догфайте уже. И уже постепенно-постепенно оттуда ты можешь атакующие действия развивать и вставать в стойку. То есть, как мне кажется, да, это хорошо, когда ты с детства работаешь над вольной борьбой, но это всего 2 балла. А вот ключевые моменты, это как раз, когда ты учишься переходить из вот этих позиций, которые мы с тобой говорили, в более выгодные для тебя. Это спина, это сайд-контроль, это какие-то удушающие болевые приемы. И я вот, пока ты говорил, я, кажется, понял, еще, наверное, очень хороший пример, это Ник Рот, да, или как его зовут? Родригес. Ник Родригес, вот. Он же тоже вольник, вот, и у него вся борьба тоже с колен такая. Ну, в основном там, на коленях, вот эти все смеженные догфайты и так далее. Вот. Ну, я вот понял. Просто в этих ситуациях так получилось, что оказывается 90% спортсменов и есть приближенные к нам виды спорта, это дзюдо, но особенно, я бы даже сказал, именно в ноуке, это там вольная борьба. И самое интересное, что самый распространенный тейкдаун, который есть в вольной борьбе, там в Америке, например, просто аналитику проводили в борьбе колледжей, и там побеждают не за счет того, что они красиво в ноги проходят, как Джордан Барроуз, а побеждают в основном за счет того, что спролят и сбегают за спину.
То есть умение вот это работать с ситуациями, когда тебе необходимо отспролить, забрать черепаху, да, соперника в корпус, либо перейти в догфайт, или забрать тот же фронтальный хедлок, чтобы потом либо задушить, либо сдернуть его, зайти. Вот именно в этом я вижу борьбу с коленом. Хорошо, Володь, спасибо. Ты сейчас занимаешься тем, что тренируешь детей. Это как бы твоя основная детище? Да, это основная моя работа с понедельника по воскресенье. Также ты, ну, как бы имеешь даже высшее образование, я слышал, ну, тренера. Вот, то есть ты профессиональный тренер. Ну, получается, да, в целом, как бы образование — это такой вопрос, назовем вторичный, потому что я много встречался с ребятами, при всем моем уважении, я много встречался с ребятами, которые заканчивали, там, например, тоже РГУФК, да, и они потом мне сами же говорили, признавались, говорят, блин, нам приходилось заново учиться тренировать, потому что, да, мы знаем основные концепции, как физкультурники, в хорошем смысле этого слова, но как практики на джиу-джитсу, ты, по сути, берешь методику там зарубежных каких-то специалистов и подстраиваешь ее под себя. И в моем понимании, в целом, профессионал — это человек, который своим трудом зарабатывает деньги. И если ты делаешь это качественно, у тебя может и не быть профильного образования. Ну, я как бы делал переквалификацию, учился. Тренируя детей, ты сам где черпаешь информацию, знания только из личного опыта, принимаешь знания от своего учителя или все-таки черпаешь знания с каких-то зарубежных, иностранных ресурсов, вот, может, ориентируешься на какие-то громкие имена, команды, вот. БЖ склонны. На самом деле, что касается именно тренировки детей, как бы я немножко, ну не то чтобы разделяю, но основу, вот то, что мы преподаем у нас в залах, у нас просто не один зал, да, как бы у нас много тренеров, и то, что мы преподаем у нас в залах, это полностью методика моего тренера. То есть он брал за основу какой-то методический материал и его уже адаптировал под непосредственно наши подмосковные суровые колхозные рабочие реалии. И как бы мы работаем вот по его методике полностью. И как бы, ну, она приносит результат. У нас сейчас крупнейшая команда в нашем городском округе, и как бы ребята на России регулярно призыв попадают. Именно что касается детей, я целиком полностью, как бы, это мой тренер, Глушок Сергей Михайлович. А что касается ребят уже компетиторов, потому что второй год, получается, у меня ребята в том году, у меня Россию по ЕВВ парень забрал на 66, это одна из таких в возрасте самых больших категорий. В этом году на 69 второй уже забрал. И там уже приходится отталкиваться от какого-то личного опыта, потому что ты понимаешь, что, ну, годами ты этот опыт копишь, и ты подбираешь под своего спортсмена то, что ему лучше всего подойдет для того, чтобы он реализовался. Но это в рамках маленького количества, как я понимаю, индивидуальный подход больше. Да, да, это уже точка идет такая. Был еще вопрос у меня сейчас прям в голове. Хороший. А, у вас Федерация спортивных единоборств. Мне это тоже интересен вопрос. Вы занимаетесь не только джиу-джитсу и уж точно не только бразильским джиу-джитсу, да? Вы выступаете еще на разных других соревнованиях. Борьба, но по разным правилам. Сейчас приоритет у нас только на джиу-джитсу Невазы, то есть на официальные виды спорта, назовем это так, и на грэппинг ЮВВ. И как бы это вот основное, по чем мы тренируемся. Я бывает, ну как бы с детства у нас такой принцип был, что как мы начинали же вообще с самбо, и как бы когда тренер уже познакомился с джиу-джитсу, он понял, что это реально то, что нужно. То есть это не то, что умрет без поддержки Министерства спорта, а то, что будет жить всегда. И как бы мы перешли вот на эту тему и начали по ней двигаться. Но при этом у нас были такие выходные, когда мы могли, например, сегодня выступить по грэппингу, завтра поехать на дзюдо, через неделю мы там ехали на самбо, еще на какие-то турниры. Везде, где можно было бороться, вплоть до того, что когда в карате разрешили бросать, это был такой момент, когда разрешили болевой удушающий прием, сделали такой смешанный стиль. Я не владею вообще ударной техникой, я не люблю и не хочу бить людей, но я не владею ударной техникой, поехал на городской турнир, занял там второе место, просто навтыкивая чуваку через бедро. У меня даже где-то видео есть, оно очень забавно. По неофициальным, по бразильскому джиу-джитсу в нашей стране? Ну, бразилка — это естественно, как бы это вообще в приоритете стоит. Просто на данный момент, как бы я считаю, что уровень конкуренции в российском джиу-джитсу, именно вот в Невазе, он растет с каждым годом, и очень сильные ребята, как ни крути, как бы, повторюсь, несмотря там на всякие бюрократические моменты, как бы народ не плевался от Невазы, все равно почему-то ребята, которые выступают по бразильскому джиу-джитсу и позиционируют себя как тренера по бразильскому джиу-джитсу, почему-то начинают своих спортсменов привозить на официальные соревнования. А почему так? Потому что так или иначе, это у нас признанные виды спорта, и все хотят мастеров, все хотят кандидатов, и как-то двигаться по этому направлению. Поэтому
я вижу в этом на данный момент приоритет, и как бы, ну, не всегда еще хочется выступать за 10 тысяч на турнире, на котором ты, по сути, вот я приезжаю там, условно, приеду на AGP, я поборюсь с теми же ребятами, с которыми я поборюсь либо на Короля Партера бесплатно, либо приеду на чемпионат России за 2500, если отобрался, я поборюсь с лучшими спортсменами вообще со всей России. Я на это смотрю еще немножко со шкурной точки зрения. Ты сказал, все хотят званий. А что дает звание? Здесь можно матом играть? Ничего в твоей жизни от этого не меняется, но, опять же, феномен у нас такой происходит, что почему-то все равно мигрируют в те виды, которые у нас признаны. Возможно, в этом будет в дальнейшем какое-то продвижение, я не знаю, но лично я просто выступал всегда по Невазе, потому что это как бы конкуренция высокая. Все эти годы, которые я выступаю, всегда есть с кем побороться, и в целом это значительно дешевле, чем выступать по бразилке. Володя, слышал ли ты о том, что будут перевыборы президента Федерации джиу-джитсу? Вот. И знаешь ли ты хотя бы одного кандидата? Кандидата от народа. Каждый зеленый ян. На самом деле, я впервые вообще слышу, что, оказывается, такие выборы проводятся. Но все мы знаем, что если выборы проводятся в тепло, то, скорее всего, там уже все порешали. Но вот сейчас из всех кандидатов, которых я знаю, предполагаю, что будет переизбираться предыдущий президент, которого я не знаю, к сожалению. И вот будет Евгений Юрьевич Кратких. Вот единственное, что я слышал. Наверное, нужно будет вырезать то, что Владимир, будучи мастером спорта, не знает президента Федерации джиу-джитсу. Это будет в шапке стоять. Я не знаю, кто сейчас президент. Как ты считаешь, что-то изменится в джиу-джитсу от смены президента? Я думаю, что как бы надо смотреть на то, опять же, кого изберут. Но из всех кандидатов, которых я знаю, я считаю, что кандидатура Евгения Юрьевича, она достойна, потому что вот те турниры, которые он делает в Туле, потому что мы приезжаем с самого первого турнира, это турниры, ну, серьезного, хорошего, высокого, всероссийского, а может даже и выше как бы масштаба, то есть сделаны они по международным стандартам. И если чемпионат России, например, будет проводиться в Туле, на котором мне ехать всего 3 часа, я буду только за, и причем на том уровне, которым они проводятся. Я считаю, что уже давно, ну, как бы, при всем моем уважении и любви к виду спорта, ну, уже давно пора спортсменов уважать, потому что когда люди, которые въебывают, извиняюсь, по 10-15 лет ради золотой медали, получают какую-то штамповку за 150 рублей вместо хорошей, качественной медали, которую на любом, не знаю, кровепоте дают, ну, хорошую, красивую медаль. Ну вы серьезно, чуваки, ну, это так не работает. Я думаю, что надо уважать и труд спортсменов, и награждать их каким-то образом призовыми, и в целом спонсировать, потому что чем сильнее у нас очень хорошая школа борьбы вообще в России. И если дать ей старт, если начать ее хотя бы немножко деньгами подкармливать, не в плане там какие-то откаты, все эти моменты, а просто помочь спортсменам. Банально подарите им форму, развейте им немножко медийность своей как бы группы, потому что я захожу на группу РФД, чтобы посмотреть турниры, и я открываю и вижу, что комментарий скрыт. Почему комментарий скрыт? Значит, как бы, ну, может быть, что-то не так, может быть, люди хотят высказаться и не могут эту возможность получить. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы федерация в этом плане работала, и люди имели возможность для дальнейшего развития в нашем спорте и показывали его, представляли круто на международной арене. Володь, ты сказал, что ты воспитал чемпионов России в 2 весовых категориях, правильно? Победители первенства России. Победители первенства, ну, чемпион. Это важно. Сколько потребовалось времени, сил, нервов, методических материалов, чтобы воспитать? Ну, тренирую я с 2017 года, и ребята у меня с этого возраста, соответственно, минимум 6 лет. И это при том, что, как бы, ну, я не говорю там какие-то материальные ресурсы, потому что много в них вкладываться. Ну, приходилось в виду разных там стоять где-то, взносы оплатить, где-то там родителей возможности нету, там переезды, развозы. Эту часть я даже не беру, но просто важно это понимать, потому что люди очень часто смотрят на достижения спортсмена, но не понимают, что за ним лежит огромный вклад его родителей, его тренера. И в целом, ну, как бы, результат – это всегда совокупность 3 факторов у юного спортсмена. Это сам спортсмен, это его родители и это тренер. Это вот такой треугольничек. И если в этом плане все
как бы хорошо, то есть если родители не просто не мешают, да, потому что такое тоже бывает со стороны родителей, а если родители как бы еще и помогают, поддерживают, то для спортсмена, конечно, если тренерская работа качественно проделается, и если он сам этого хочет, потому что как бы вы там не хотели своего ребенка воспитать чемпиона, если он этого не хочет, если он не готов к этому морально, он никогда и не реализуется как спортсмен. Поэтому тут основное это стремление спортсмена, это качественная работа тренера и это помощь родителей. Такой еще вопрос. Наседаете на молодых своих ребят, ну, кто не испытывает каких-либо таких амбиций, там, становиться чемпионами, выступать? Ну, чтобы выступали, чтобы боролись, набаривались, или все это не хочешь, не надо? Я понимаю, что есть такой формат, у многих особенно тренеров, они очень сильно фокусируются на ребятах, которые талантливые, и они показывают какой-то результат, и вот они вокруг них скачут, ну, как родители в целом. Я считаю, что почему, например, в Дагестане такое количество шикарных спортсменов? Потому что там воспитана культура. То есть люди там приходят массово в зал, и из тысячи человек у тебя обязательно появится один чемпион, это гарантированно. А ты возишься с 50, да, например, и, ну, может быть, у тебя там появится один, а может быть и нет. То есть чем больше массово развит спорт, тем больше у тебя будет чемпионов. И я не вижу смысла в том, чтобы наседать на спортсменов, то есть, ну, даже не на спортсменов, а просто на обучающихся. Если ты видишь как тренер, что кто-то хочет, вот он, у него неплохо получается, ты начинаешь его потихонечку техникой подкармливать, то есть давать ему более сложные элементы, как-то корректировать его. У него получается, ему нравится, начинает выигрывать маленькие соревнования, так, оп, а давай-ка мы тебя вот на более сложный поставим. Он и там начинает выигрывать. То есть все мои ребята, которые сейчас вот достигли результата, это, ну, их двое всего, это небольшое количество, ну, я думаю, для одного из самых молодых тренеров России это, в принципе, нормальный такой показатель. И все они начинали с того, что они боролись у меня на внутренних турнирах. То есть в рамках нашей секции, потом команды, потом они выезжали уже на области и с областей ЦФО России показывали там результат. Абсолютно согласен. Большое спасибо, Володь, за этот выпуск. Было спасибо. Очень душевненько. Вот, полтехники и поболтали. Отлично. А сейчас у нас начинается вторая тренировка на нашем кемпе, уже в ГИ. Так что подписывайтесь, не забывайте. Вот, ставьте лайки, пишите комменты, кто мешок, я или он. Заберите у него коричневый пояс, подайте Назару.